Всем привет, Дубки на связи. У меня подошла к концу вечерняя управа, мне осталось дать только зверушкам моим сено. Сижу я в кормушке в яслях у коровы Ночки. Она потихонечку готовится к котелу, и у нее расходятся связки. Сейчас я вам их покажу, потому что очень частый вопрос, как вообще по связкам понять, что котел приближается. Сейчас на примере трех коровок вам это все дело покажу. Ну и заодно сходим к курам, которые вот у меня за этой стенкой. И по курам отвечу на частый вопрос, как дальше оставлять кур, чтобы и далее получать от них пасхальное яйцо от кур, которые получаются из яиц, купленных у меня. Так, ребята, сейчас покажу один из важнейших признаков скорого отела коровы. Это расхождение связок. Вот у коровы уже они разошлись, опустились. Часто спрашивают, где смотреть, куда смотреть, что щупать. Зачастую новичкам непонятно. Сейчас вот на примере трех коров покажу, как это происходит. Вот корова, которой телится еще не скоро в июне. Сейчас 1 февраля. Вот видите, от корня хвоста до тазовой кости вот идет уплотнение. Вот трогайте. Прям чувствуете сопротивление. Вот мнем и даже промять не можем никак. Вот корова, у которой отел срок примерно с 6 по 16, ну плюс 10 дней, грубо говоря. Вот тоже видите связка, вот это место трогаем, видите, плотно нажимаем, сопротивление у нас никуда ничего не проминается. Вот силой жмем, сопротивление видно, да? И вот корова, которая наверняка сегодня или завтра отелится. Вот видите, все, ямочка образовалась от корня хвоста до тазовой кости. Вот никакого сопротивления. Вот я проминаю. Ни кости, ничего я тут не чувствую. Здесь только натяжение кожи и, ну, мышцы, которые, собственно говоря, и мешают еще больше продавить это место. Вот видите, вот тазовая кость, и видите, как проминается. Вот. Подробно показываю, потому что очень вопросов много на эту тему. Не понимают люди, куда смотреть, как это понять. Ну и вот с другой стороны тоже, видите, корень хвоста. Тазовая кость. Вот, все. Мягко. Видите? Вот. Все. Мышцы, кости разошлись. Все готово к отелу. Ну, под хвостом тут все понятно. Здесь уже не только половые губы разошлись. Ну, вот уже и кожа вокруг них. Смотрите, какая мягкая и эластичная. Все уже готово к рождению теленка. Вымя у нее налитое, но не сильно. В принципе, я знаю до этой коровы, как выглядит вымя, наполненное впритык молоком. Здесь еще есть куда наливаться, хотя оно выглядит так довольно налитым. Еще раз повторяю, не трогаем, не моем вымя до отела, ни в коем случае. Пусть она грязная, какая бы грязная она ни была, сколько бы там навоза на этом вымя не было, ни в коем случае не трогаем. Отелится, все отмоем. Мы можем спровоцировать отел раньше времени. Возможно, когда коровка телится, кто-то замечает, что корова тянется к своему вымени и пытается его лизать. Тем самым она дает раздражение тканям на мышцах и вырабатывает гормон окситоцин, что и способствует, как сказать, более легкому отелу. Так что, если лезем трогать вымя, мы можем спровоцировать отел раньше времени. Ну а так, уже коровка сейчас попила, поела, аппетит у нее хороший, но все равно сейчас время 10 час, буду ночью ходить, наблюдать. Потому что возрастные коровы могут отелиться вот так, прям вот хоба, на ровном месте, можно сказать. Это которые коровы первый раз, второй, третий телятся, они там как бы заранее, можно сказать, готовятся, топчутся, что-то там у них аппетит пропадает, зачастую чуть ли не за сутки, глаза у них на выкате. А у возрастных коров как бы уже все по накатанной, она уже знает, что как действовать, как это дело происходит, и
сама не дергается и хозяев своим видом не пугает. Сегодня кормил козлят и кормил козленка, и она стояла, мычала. То есть у нее уже вот инстинкт срабатывает, что уже вот-вот должен скоро появиться малыш. Хотя, когда козлят я кормлю каждый день, она видит, она напротив них стоит, никогда она на них особо не реагирует. Ну, кормятся они и кормятся, зачастую даже подбегают к ней под морду, но она как бы не агрессивно на них реагирует вообще никак. А сегодня вот я кормил козленка, она прям стояла, мычала, как будто бы это уже вот ее малыш. Так что такие дела. Так вот вымя с этой стороны выглядит. Вот. Стоим, девочки, да? Сейчас дам сено и будете кушать. Так, сейчас еще по курам и по инкубационному яйцу поясню. Как только я говорю, что я продаю инкубационное яйцо от своих кур, в комментариях сразу появляются вопросы, как я продаю яйцо породных кур, ведь куры у меня содержатся все вместе. Я сейчас продаю яйцо инкубационное, которое я называю пасхальным. Здесь у меня куры смешанные. Большинство кур – это порода амерукана, которые несут голубое яйцо, и помеси амерукана с моими прошлогодними домашними курами, которые несут такое голубое с зеленоватым оттенком яйцо. То есть большая масса яйца – это голубое. Петухи у меня здесь ходят. Это вот амерукана, минорка, загорский лососевый, вот этот помесный маран. Здесь вот ниже маран старый и петух брекель. Здесь, получается, кур 50, и с ними 6 петухов содержится. Брекели чистопородные сидят вон отдельно, с ними свой петух. Это петухи, брекели у меня двух линий, с ними московский, а это омский. Вот, тоже они не родственные. И как сохранить в последующих поколениях пасхальную окраску яиц, если у меня люди купили инкубационное яйцо, из них вывели кур. Естественно, в первом поколении, которое вот яйцо получится сейчас, молодняк из этого яйца, они будут нести пасхальное яйцо. Естественно, будет часть яйца от этих полученных кур бежевая, так как у меня вот загорки есть, есть борковские барвистые. Ну и, в принципе, только эти будут нести, возможно, бежевое яйцо. И то, если их потопчет петух маран, то они будут нести шоколадное яйцо. Если этих кур потопчет петух амерукана, они будут нести зеленое либо голубое яйцо. Опять, как дальше быть с этими курами, полученными из купленного у меня яйца? Опять понимаем, что мы хотим получить далее, какое яйцо хотим получить в дальнейшего потомства. Если не важно, чтобы оно тоже было смешанное цветное, можно оставлять петухов вот такого типа амерауканы. Они очень хорошо будут передавать голубую, зеленую и оливковую окраску скорлупы своему потомству, потому что у них этот ген идет такой, ну, доминантный. Петухов помесных по типу марана, вот который вот сейчас здесь у меня, это помесный маран, это не чистопородный, хотя он выглядит как, ну, хороший маран, но видно, что оперения на лапах у него нет, оно присутствует чуть-чуть, но оно не такое, какое должно быть. Да, Петруш, поговори. Чтобы дальше у полученного потомства закрепилось вот этот ген шоколадного яйца и далее передавалось другим поколениям, то желательно на ваше стадо приобрести одного чистопородного петуха марана. То есть петуха с геном зеленого яйца вы можете оставлять, которые у вас выведутся из моих яиц, а чтобы стабильнее передавалась шоколадная окраска скорлупы, петушка марана лучше приобретать чистопородного, потому что этот петух получается 50% молотки. Шоколадное яйцо несут стабильно 50% мараны, а вот уже помеси с последующего, то есть если полумаран скрестится с полумараном, то мы понимаем, что скорее всего шоколадная окраска скорлупы у потомства останется, и далее будет тоже
как сказать-то, передаваться потомству. Но все равно может быть расщепление, и как бы, чтобы было больше гарантий получить шоколадное яйцо, лучше петушка чистопородного брать в дальнейшее поколение. Такие дела, я думаю, я нормально рассказал, потому что, ну, в комментариях я это часто очень пишу. У меня-то в голове вся эта схема есть, как это должно быть. Мне это, ну, максимально понятно. Я это своими словами как-то объясняю. Но, возможно, людям что-то, ну, все равно, ну, не доходит как-то это, грубо говоря, да? Ну, все равно остаются какие-то непонятные моменты. Мне кажется, я пояснил нормально. Так что, ну, если что, потом еще буду снимать ролик как-то, не знаю, на пальцах показывать, кого с кем случать далее. Ну, давайте к козам подойдем. Я в этом году, как видите, налегке. У меня всего лишь 4 дойных козы, но 8 голов прошлогоднего молодняка у меня есть. И этого года молодняк. Доятся у меня сейчас 2 козы, которые катились в первых числах декабря. Это вот Соната и Травка. Это Калюня, Калла и Маска, которые будут катиться 27 марта. Козы у меня с первого дня на двухразовой дойке. Тоже спрашивают, сколько раз доить коз после окота. Сколько раз вы планируете доить их в последующем, столько раз доите сразу после окота. Ни 4, ни 3 раза я не даю. Были года, когда я доил 3 раза, вплоть до запуска практически. Но тогда у меня были заанинские козы, они доили много. Я считал, что и доить их надо чаще. Ну, кстати, как только переходил на двухразовую дойку, удой у них и значительно сбавлялся. Были у меня тогда высокоудойные козы, которые доили больше 6 литров. И, ну, доил я их 3 раза, да. На двухразовой дойке эти же козы такого удоя в последующие года не показали. Поэтому, ну, решать всем в этом деле по-хозяйски, как говорится. Сейчас козы у меня доят за день на двухразовой дойке вдвоем 5 литров. Я считаю, это нормально. Мы как-то в комментариях с Леной из Москвы это дело обсуждали, что даже высокоудойные козы при зимнем раннем окоте, вот они в декабре катились, свой потенциал, свой летний удой не показывают. Так, мажор, прекрати буянить. Тоже вот получается Соната, если она первым окотом доила 4 литра весной, вторым окотом она доила 4 литра тоже. Сейчас вот у нее третий окот, получается, она доит 3 литра за день. Травка доила в районе 3,5 литров. Сейчас она доит второй окот, получается 2 литра за день. Ну, зато этот удой у них, я считаю, сохранится. Получается, всю зиму они его показывают. К весне наверняка к сочной траве он начнет удой спадать. И как они выйдут на траву, они его поднимут. Я думаю, до 2,5-3 литров они на траве будут давать. И, в принципе, это тоже будет хорошо. Но это моя сторожил, коза Маска. Самая моя первая коза Краса Сангу, которая родилась от пуховой козы Шусты и альпийского козла Дара, который у меня самый первый альпийский козел был, благодаря которому я так полюбил этот окрас, эту породу. Потому что молочко все-таки у альпийских коз, ну, не сравнится с молоком заанинских коз, которые у меня были ранее. Надо как-нибудь о этих моих любимых альпийчиках отдельный ролик заснять. Да, да, мои красотки. Смотрите, ну какая же красота. Вот стоят вместе, потому что я рядом, и знают, что если что-то будут барагозить, им прилетит. Да, но Калла, вот эта коза, первокотка, она будет вторым окотом, терроризирует вот эту маску. Она ее обижает. Маска раньше была рогатая, всех терроризировала, всех обижала. Била прям все стадо не дуром. Я ее обезрожил резинками. Че, есть у тебя какие-то следы? Нет. Ну, короче, вот, обезроживал я ее резинками 2 года назад. Ну, вот видите, чуть-чуть остались следы, что раньше были рога. И в процессе, когда она обезроживалась, получается, у нее
Это же процедура довольно болезненная для животного, животное угнетенное. И все остальные козы смекнули, что маска теперь уже не в состоянии их бить, обижать. Они начали проявлять уже сами силу, а она на их силу не отвечает. У животных в этом плане вся иерархия строится только на силе. Они быстро очень соображают, что она не дает отпор. И в итоге, когда у нее отвалились рога, и пока эти места от рогов болячки заживали, козы взяли над ней верх, и получается свой авторитет, когда у нее все это дело заросло, вот видите, да, за ухо ее кусают, свой авторитет в стадии она восстановить так и не смогла. Ну вот, эта коза сама по себе очень наглая, она когда только родилась и росла, я прям с первых дней говорю, ох и ушлая будет коза, ох и наглая. Кто заводчики с большим, скажем так, стажем в козоводстве, они с первых, можно сказать, дней, с первого взгляда на козленка могут понять, что из него получится. Вот с первых дней я понял, какая будет баламутка эта коза, так и оказалась. Да, девочки мои? Мои зайки. Все подошли. Все Пашеньку любят. Да, конечно. Пашенька любит вас, а вы его. О, мои хорошие. Вообще, говорят, у коз интеллект трехлетнего ребенка. Они очень смышленые, очень забавные. И когда что-то нашкодят, они, ну, понимают же, да, что они нашкодили, что я сейчас буду ругаться и что от меня надо спрятаться. Бывает такое, они от меня куда-нибудь убегут, голову спрячут куда-нибудь, ну, допустим, за бочку. И вот как у деток маленьких, да, когда в прятки с детьми играешь, он спрятался, ребенок, за занавеску, а ноги из-за занавески торчат, да, или куда-нибудь в тумбочку залез, а ноги из тумбочки торчат. И так и эти. Ай-яй, Калюня, прекрати. Кала, что ты вредничаешь? Так и эти спрячутся, они меня не видят и думают, что я их не вижу. Ну, как на них после этого ругаться? А, Кала. Кстати, меня спрашивали как-то, почему она Кала. А, у меня была еще одна коза Ракша. Ракша – это имя волчицы, которая была, скажем так, приемной матерью Маугли. А Ракша – это имя гориллы, которая была приемной матерью Тарзана. Ну, вот такие у меня как бы клички интересные. Маска, ну, маска – первая коза с такой вот. Маска, ну, маска – первая коза с таким рисунком на морде. Как бы маска на мордочке, поэтому маской назвал. Соната, я ее когда купил, ее звали Соня, а я как-то всех коз, когда они попадают ко мне в хозяйство, да не только коз, а и коров, всегда переименовываю. Ну, Соната, была Соня, стала Соната. А травка, травка, на травку была еще похожа очень одна коза. Мафия у меня была прям один в один вылитая с ней. И уж на что мы, козоводы, можем отличить с первого взгляда всех своих козлят, всех своих коз, я их не мог отличить. И я ей голову практически до 2 месяцев мазал зеленкой. Голову, уши, чтобы она визуально отличалась, потому что, ну, в нашем деле учет – это самое главное. Знать, кто от каких родителей, чтобы потом уже справки о происхождении на животных своих составлять, ну и как бы селекцию внутрихозяйственную вести. Ну, я ее мазал зеленой краской, ну, зеленая голова была, как бы, ну, зеленая, зеленая, зеленая у нас трава, так она вот трава, трава и была, трава и травка и осталась. Ну, я думаю, интересно вам было меня послушать, со мной побывать на вечерней управе в хозяйстве. Я-то управился, мне осталось только сено дать, ну, вот, языком потрещать – это святое дело. Ну, а тут рядышком вот с козами через перегородку стоит козел Гарик. Это 100% альпийский козел от Ирины Михайловны Козинской. Да, его отец американский козел, новой американской селекции, которые были завезены в Россию Гамбург Еленой. Гамбург, да? Вот, да.
и я очень горжусь, что он у меня есть в хозяйстве. Да, очень степенный, хороший, добрый козлик. Не то, что до него у меня был Герман, который крушил и воротил все вокруг себя. Ну, отсутствие рогов у козла все-таки это великое дело. Я считаю, что племенной козел не то чтобы должен, а обязан быть без рогов. Мой котик, мой сладенький котик. Ну, а здесь вот другой котик стоит, который по характеру совсем не котик, да, и легается, и бодается, всячески показывает свой характер. Стоит он за железной решеткой, и когда я мимо него прохожу, как-то через железную решетку я себя чувствую более защищенным, скажем так. Да, ну, давай, мажор, скажи всем спокойной ночи, всем спасибо за просмотр. Поставим лайк мажору, моим коровкам, моим козочкам, курочкам, да, да. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.